Вновь трейдеры не обращают внимания на поток довольно важной информации из Европы. Так, сегодня были проигнорированы новости относительно замедления роста потребительской инфляции в Великобритании. Снижение инфляции в Великобритании с 11,1% до 10,7%. Повторимся, практически никак не сказалось на валютном рынке, хотя ожидало и замедление инфляции лишь до 11%. Так что, по идее, фунт должен был оказаться под давлением, но этого не происходит из-за ожидания итогов сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. После вчерашних данных по инфляции в Соединенных Штатах не осталось никаких сомнений, что ставка рефинансирования сегодня будет повышена с 4% до 4,5%, что, в общем-то, уже рынком учтено еще вчера в момент публикации данных по инфляции, так что само повышение мало кому уже интересно. В отличие от последующих комментариев Джерома Пауэлла, участники рынка в основном исходят из того, что уже в середине будущего года Федеральная резервная система начнет постепенно снижать уровень процентных ставок. Данные ожидания основываются как на... Представленных еще в начале текущего года прогнозах американского регулятора, так и на данных по потребительской инфляции. Однако стоит обратить внимание на постепенные изменения риторики представителей Федеральной резервной системы. Они все чаще и чаще начинают говорить о рисках, связанных с рынком труда. А там видны все признаки перегрева, бороться с которым можно исключительно ростом процентных ставок. Конечно, снижение инфляции не позволяет и дальше повышать процентные ставки прежними темпами, но вполне возможно, что они будут расти и дальше, просто несколько меньшими темпами, например, по 25 или даже по 20 базисных пунктов за заседание. И так до середины будущего года. После чего будут оставаться на довольно высоком уровне еще какое-то время, возможно, до 2024 года. Это кардинально отличается от того, что ожидают инвесторы, и если сегодня будут сделаны подобные заявления, то мы увидим возобновление тренда на укрепление доллара с целью его движения к паритету с единой европейской валюты. А пока же мы видим, как евро по отношению к доллару США обновил локальный максимум восходящего цикла, в итоге котировка преодолела верхнюю границу боковой амплитуды между отметками 1,05 и 1,06, выше уровня 1,06, что у Указывать на высокий ажиотаж трейдеров на покупку евро. Повторимся, в данной ситуации все будет зависеть от итогов заседания ФРС и последующей пресс-конференции, где будет обозначена риторика Джерома Пауэлла. С точки зрения технического анализа, стабильное удержание цены выше уровня 1.06 увеличивает шансы покупателей по евро на последующий рост, в то время как возвращение цены ниже 1.05.50 может привести к пробою уровня 1.0520. Стоит отметить, что ввиду сильного информационного потока на рынке не исключаются сегодня крайне спекулятивные скачки цены. Фунт стерлингов на фоне всеобщей распродажи долларовых позиций устремился вверх. Вследствие этого был пробит уровень сопротивления на 1.2320. Котировка локально достигла значения 1,2443. Фактически, мы имеем технические сигналы о продолжении восходящего цикла. Стабильное удержание цены выше отметки 1,2350 вполне может привести к последующему восходящему ходу. В этом случае локальный максимум вновь может быть обновлен, а в качестве ориентира перед покупателями будет стоять уровень 1.250. Что же касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировки вновь необходимо вернуться ниже уровня 1.2320 а также получить поддержку со стороны информационного потока. А на этом у нас пока все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании Instaforex. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!